Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике мы поговорим об игровых конфигах для ваших карт и модов. Что такое конфиг? Обычно в нем указываются все возможные настройки игры, бинды, подгрузка файлов. Конфиги бывают стандартные, это файл конфиг, в котором находятся все дефолтные настройки и бинды. И кастомные, это уже ваши именные конфиги, затереть которые игра ну никак не сможет, в отличие от дефолтного. Чтобы создать собственный конфиг, вам придется разместить два текстовых файла в этой папке. Оба файла должны быть с расширением KFG, чтобы игра их видела. Первый файл, AutoExec, автоматически подгружается в игру при ее запуске. В этом файле нужно всего лишь указать имя нашего конфига. Консольная команда exec позволяет подгружать файл, а это его имя. Все, теперь открываем второй файл, и вот сюда уже можно вставлять свои бинды, алиасы и прочее. При запуске игры все будет подгружено, и вы сразу можете играть. В следующих видео мы продолжим тему привязок клавиш и конфигов. Ну а пока, удачи, тамадачи!